Анапа, полиция, дежурная часть. Майор Черевко слушает вас. Что у вас случилось? Адрес? Вы нуждаетесь в медицинской помощи? Сейчас выйдет к вам группа. 6 декабря рано утром в отделение полиции поступило экстренное сообщение о разбойном ограблении в селе Супсех по улице Грушевой. Группа сотрудников полиции, в составе которой был старший оперуполномоченный уголовного розыска Армен Арутюнян, незамедлительно выехали на место происшествия. Неустановленные лица проникли в частное домовладение в поселке Супсех по улице Грушевой, где совершили разбойное нападение на пожилых лиц, проживающих в этом доме. Вот, при этом злоумышленники похитили 180 тысяч рублей, 2 сотовых телефона, электроболгарку. С места преступления злоумышленники успели скрыться, перед этим ударив ножом 68-летнюю хозяйку дома и забрав добычу. Именно женщина и вызвала полицию. 12 декабря в полицию поступила оперативная информация о местонахождении преступников. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий были задержаны трое лиц, совершившие данное разбойное нападение. Ими были даны признательные показания, выданы частично вещественные доказательства, да, которые были ими похищены. Вот. А в настоящее время данные преступники находятся в ВВС города. Задержанными оказались гости нашего города, приехавшие на заработки, два гражданина Армении и житель Ставрополья. Причем двое из них были ранее судимы за подобные преступления. Похищенные денежные средства преступники успели потратить, но сотовые телефоны остались при них. С какой целью прибыли в Анапу? Работать. За что задержаны? 162-я. Признаете свою вину? Да. Им грозит жесткое наказание – до 12 лет тюрьмы. А анапчан сотрудники полиции в очередной раз предупреждают – будьте бдительными, тщательно закрывайте двери и окна на ночь.